Подземка. Слово, которое рождает как минимум три образа в моей голове. Это подземелье, это метро и это музыка андеграунд. Итак, музыкальный андеграунд. Мир, созданный основными их творцами и музыкантами, а также теми, которые крутятся вокруг них. Это и, естественно, слушатели, поклонники, публика, критики, журналисты, фотографы и масса других людей, создающих этот мир. И если у метрополитена есть схема следования, то есть ли схема следования у мира андеграунда, непонятно. Мы постараемся получить ответы на определенные вопросы, пообщавшись с музыкантами. Музыкантов попробуем подобрать из групп различных жанров. Тогда возник вопрос, с кем же конкретно мы должны общаться, с какими конкретно музыкантами каких банд, то мы основывались не только на личных знакомствах, личных симпатиях к творчеству этих людей, но также и обратились к довольно интересному помощнику экстремальной карте Беларуси, на котором можно найти так называемую выжимку нормальных, достойных групп Беларуси в целом. Ну что ж, как сказал Юрий Алексеевич Гагарин, поехали! Теперь непосредственно к вопросу. Основной вопрос будет достаточно дилетантский, однако, каковы шансы наших андеграундных групп получить известность за пределами Беларуси, России и Украины? А уже вокруг этого основного вопроса будут крутиться некие такие поспутные сопутствующие вопросики. Может быть, все дело в том, что идет пренебрежение, предположим, концертными выступлениями в пользу студийной работы, либо наоборот. Может, оборудование наших клубов не позволяет играть музыкантам на таком уровне, чтобы показать свое мастерство. Возможно, вся причина в том, что живой поддержки публики маловато. Либо, возможно, ребята скрытничают и не хотят общаться с представителями прессы, либо на крайняк выбрал не тот язык исполнения, а может быть, все гораздо проще, и они беспечно и серьезно относятся к той музыкальной деятельности, которую они творят, и просто собрались, а до дури поломается. Попытаемся узнать, что из этого получится. Я без понятия, я надеюсь и практически уверена, что в процессе нашего исследования мы будем отвлекаться и уходить от этого вопроса, но не уходить из интегрального мира, освещая какие-то маленькие другие аспекты. По поводу Европы, все любят английский язык? Все. Ну да, это, конечно, сразу делает выход какой-то на международную там арену. Осмелюсь прервать основную линию рассуждения наших героев, ибо в кадре появился персонаж достаточно редкий для андеграунд-сцены Беларуси – это девушка. Отчего девушки-музыканты на нашей белорусской сцене настолько малочисленны? От того, что их мужчины и коллеги по сцене более сильные духом, телом, нервами, в конце концов, щемят и душат их своим пренебрежением, неким таким поверхностным отношением. Либо причина кроется в неких других факторах. Итак, прения сторон, а потом продолжим. Предвзятость? Я бы не сказала, что какая-то предвзятость. Я ничего такого не чувствовала. Наверное, потому что я захлебывала своей радости, поэтому ничего не чувствовала. Наоборот, девушка в группе приносит некий элемент шоу. На девушку всегда приятно смотреть. Как косые взгляды были больше не такие, не, ну, понятно, до концертов. Особенно, когда приезжаешь в какой-то новый город, там, место, и там тут такие ходят чуваки такие. И тут такая, знаешь, пришла, так карданчик ставит, что к чему. Вот, но это, может быть, были такие взгляды скорее, ну, любопытство, типа, о, что сейчас будет, интересно. Вот, ну, что приятно, после концертов всегда в классе. Вот почему мало девчонок, я не знаю на самом деле. Наверное, это в каком-то смысле связано со стереотипами. Потому что в девушке должен присутствовать некая мужественность.
должна присутствовать. То есть она не должна быть мягкой, она должна быть инициативной, она должна творческой личностью быть. Ну, то есть, возможно, не всем это интересно. Во-вторых, возможно, это не такое уже и женское дело, потому что нужно всегда быть готовой к тому, что тебе позвонят и скажут: знаешь, вот такая тут такая тема, мы собираемся ехать в Гомель, допустим, играть на старой заброшенной военной базе, давай собирайся, там через час мы будем на вокзале. Ну, допустим, такая ситуация. То есть тебе нужно собраться быстро, без никаких скандалов, нытья. Добре, я ставлюся до дівчат у музиці, але у свій гурт я більше дівчат не буду брати, тому що це завжди проблеми в гурті. Живьола переможе. Нет, никогда. У меня не было никаких предвзятостей девочкам на сцене. У меня предвзятость плохим музыкантам. Но плохие музыканты часто бывают и мальчиками. Да, да. Главное, что человек делал. Хорошее дело, делал хорошее дело. То есть она играет еще очень круто и выглядит хорошо, так и вообще, вообще супер. Обычно просто самых красивых забирают в попсу. Побольше, если бы было, ну, каких-то женских, таких, скажем, коллективов, которые играли бы не шляпу типа ранеток, а играли именно такой добротный металл. Я знаю именно белорусских музыкантов, девушек, которые играют на уровне, ну, скажем так, европейском. Вообще никак не уступает мужикам. То есть есть особенность, потому что, понятно, мужской скрим-гролл будет отличаться от женского скрим-гролла, там, и т.д. и т.п., но при этом предубеждений как такового нету. Стране нужны гитаристки и барабанщицы. Гитаристки, барабанщицы и бас-гитаристки. Бас-гитаристки, да. Представьте, допустим, 50 групп, из них 48 поют женщины. Это что-то такое стало бы обычным, и все бы восхищались мужиками, да? А мы не можем себе этого позволить. Вот как водитель автобуса, да? То есть мужчин гораздо больше, но бывают и женщины, да? Но зато если уже водитель автобуса женщина, то это звезда, да? То есть вот поэтому женщина, она звезда. Любой внятный. Выбор каждого, на самом деле, многие русскоязычные группы, я уже так с русского начну, которые играют по всем странам СНГ, и им хорошо, им Запад вообще, в общем-то, не нужен. Сказал Жора из Готставра, что хэви-метал на русском — это блюз на японском. На конт коммерцийности, коммерцийной поспеховости, это, конечно же, лингва франка, ангельская мова, лепей за все для гуртов, в яким бы стиле они не играли. А я считаю, наоборот, белорусский, потому что ты где живешь? Ты же не живешь там в Лондоне. И нет, зачем, вот я не понимаю, петь на английском, если это нельзя передать даже смысл четко, так как он будет звучать на белорусском или хотя бы на том же русском. Группа, направленная на Европу, ну, на европейского слушателя, она теряет с английским языком здесь своего. То есть, например, я как вообще английским не владею. А там не находит того, потому что никто не понимает. Слушая команду на английском языке, я вообще там не вшариваю, о чем они поют. Даже если музло клевое, но без текста, без понимания, ты не прочувствуешь все песни, не почувствуешь атмосферу, что они хотят этим сказать. Как говорит Денис, то же самое, они поедут туда, так же там, их и там не поймут, и в итоге вообще, вот так группы и умирают. Причем талантливые группы. И не там, и не здесь. И не там, и не здесь, ни вашим, ни нашим. Если фольк-ансамбль какой-нибудь аутентично запоет на английском, ну это будет... Нелепо. Белорусский ансамбль, я имею в виду, да, это будет вообще нелепо как-то. Польша, например, очень любит группы, которые поют на белорусском, для них это как часть культуры. Если прилагать, например, еще английскую версию, ну, если вот группа поет на белорусском, можно прилагать как минимум английскую версию для того, чтобы поняли слушатели, о чем речь идет. Я не считаю, что есть единый рецепт, как можно петь, но все-таки нужно делать поправку, кто твоя целевая аудитория. Гораздо важнее, как с твоей музыкой будет звучать тот или иной язык. Голос – это как инструмент, и тому вместо текста, когда он написан на паперце, это... В принципе, такое довольно логичное выйти для того, как заховать инструмент таким, каким он повинен звучать. Язык важен в том, что его надо знать, чтобы общаться с теми, кто тебя издает, кто может сделать рецензии на твой альбом, кто может продвинуть там какие-то твои видео или так далее и тому подобное.
грубо говоря, язык общения важен намного больше, чем язык, на котором ты это исполняешь. На языке музыки, потому что он интернационален, все его понимают. Еще скажи на языке любви. Думаю, что каждый музыкант решает для себя, наверное, что ему важнее. А всему свое время. Когда есть время и необходимые записи, то все, конечно, основные силы уходят на студию, скажем так. Но в целом, конечно, очень важно живым выступлением уделять время, поскольку это все-таки опыт, это и путешествие, опять же, развлекуха. Путешествие. Любое выступление – это определенный итог чего-либо. Не, концерты берут своей именно энергетикой, душевностью. На концерте, да, еще раза в два больше, чем ты слушаешь просто диск. Ну, блин, это просто отрыв такой. Клевый отрыв. В то же время это своего рода реклама. Когда зритель приходит на концерт и видит тебя вживую, ну и слушает тебя, тогда будет, ну, все понятно сразу. Концерт это выражение. Это как с парашютом прыгнуть. Я только ради сцены все делаю. Мне нравится. Это энергетика. Я отдаю энергию, получаю энергию, заряжаюсь. Это клево. Это, ну, блин, это... Да это наркотик просто. Это нереально. Я не могу с этого спрыгнуть. Мне нравится на сцене выступать. Я буду выступать дальше. Вот. Без концертов может желание попросту у группы угаснуть, вообще что-либо делать, на самом деле. Ну да, концерт – это прямое общение с группой. Ты можешь на концерте сделать или сказать, или передать ту информацию, которую ты не можешь вложить в запись. Концерт – это да, когда ты стоишь там, тебя смотрят, и ты, ух, глаза вот эти вот. Особенно те люди, которым нравится, вот энергетика сумасшедшая. Концерт – это отрыв. Но, конечно, работа в студии не стоит сбрасывать со счетов. Работа в студии очень важна для успеха группы. Ну, конечно, не будет работы в студии, не будет альбома. Это понятно, не будет записи. То есть должен быть альбом, да, должны быть песни. Должно быть что-то, что ты уже можешь показать. Если смотреть уже на какие-то глобальные вопросы, там, раскрутки группы и так далее, то, конечно, студийная запись, она намного важнее. Сначала песни, потом движ. Студия – это всегда такой стресс, потому что это как экзамен того, что ты можешь, в общем-то, на данный момент. Запись – это более размеренный творческий процесс или запись, или репетиции. То есть это, скажем так, повседневность, без которой тоже нельзя. Работа в студии, она, в принципе, удовольствия мало, на самом деле, приносит. Это именно труд, по большому счету. Да, тяжелый труд. Да, и он очень важен для личного роста музыканта. Я, например, скучаю там на студии. Это клево вообще. Сидеть, творить, писать там свои эмоции. Ну, это как художник. Он рисует, ему не надо толпа, чтобы сзади стояла и показывала. А, чувак, там, нарисуй вот этот глаз, там, или еще что-нибудь. Нет, он один что-то нарисовал, и потом все. И студия, и концерт, и репетиция – это все часть, одно единое целое. То есть одно без другого быть не может. Такие разные, да, действительно, это разные такие отрасли, два разных океана. Когда тихий, атлантический, вроде вода одна, да, везде, а название и ощущения разные. Я думаю, что любой скажет, что в студии – это один космос, концерт – это энергетика, другой космос. Это два разных мира. Это все большая такая вот система, в общем-то. И надо везде учиться чувствовать себя хорошо. Просто можно опередить немножко время. Ты отыграл в 10 местах, допустим, там съездил в разные концы, и у тебя есть запас времени, за который ты можешь записать материал, и пока это все не остыло, опять же вернуться, но уже с материалом там на носителе, там на диске, либо... И, то есть, подпитать это все. Чтобы тебя действительно заметили, чтобы куда-то повалить, нужно прежде с чем-то повалить, да? Заработать как плод. Ты бросил палочку, пошел, вернулся, сделал, что надо, и еще дальше.
конкретно потенциальных площадки, наверное, две. Это Republic и Пираты. Republic – это достойная площадка для того, чтобы сделать там реальный звук. Все. Кто-то это может сделать, кто-то нет. Хватает места, можно запустить там, задничек сделать, звука хватает, людям места хватает. То есть, ну, в принципе, все верно. В Минске есть оборудование, ну, в принципе, такого мирового масштаба. Вроде стоит хороший аппарат, вроде стоят хорошие там барабаны, хорошая панорама, все это неплохое. Но почему-то, я не знаю, не всегда с этим всем люди умеют работать, я в плане тех звукорежиссеров, которые в клубах. Приезжают звукачи из западных групп, и сразу все начинает звучать. Классный аппарат, без должного управления этим аппаратом, он ровным счетом ничего не значит. Мы же музыканты тоже все слышим, какая акустика, никто же специально не делает звук. И тоже иногда бывает неприятно, конечно. Да. Но пока, увы, звук — это все-таки большой бич. Я вот насчет наших концертов. Саундчека на больших фестивалях могу следующее сказать. Есть опыт в Москве выступлений той же, например, когда реально множество групп в каком-то относительно небольшом клубе на посредственном аппарате, но там реально очень хорошие профессионалы занимаются звуком. В принципе, там без саундчека выходишь, ты абсолютно всем доволен. Все очень слажено, все очень как-то быстро, четко. А аналогичная ситуация на Украине как-то наблюдал. Там на концертах выступаю, вообще сразу чувствуется пропасть, потому что там звукорежиссеры, вся их работа — это какая-то сказка. Они бегают за тобой, они просят, что тебе еще помочь, что тебе сделать. У тебя там что-то упало, ты не успеешь посмотреть, там уже все будет на месте. Наверное, это связано с тем, что у них большое предложение, то есть люди стараются работать хорошо, чтобы у них была работа. А у нас, в общем-то, есть там несколько контор, и они знают, что в любом случае они останутся, ну, при работе, как бы они себя не вели. И беда, которая отчасти перекликается все же с организационным моментом, к которому все-таки причастны клубы. Это вот именно момент организации тех же самых саундчеков, где как раз-таки звукорежиссеру, будь то нормальным или не очень, была бы возможность вырулить звук. Ты на сцене просишь, скажите там, ну, один техник здесь, второй звукорежиссер там, ты говоришь, скажите, чтобы сделали больше. А, я с ним не разговариваю. Опыта у нас мало, хорошего еще меньше. А звукорежиссеры хорошие у нас не задерживаются и правильно делают. Если есть, конечно, свой аппарат, который реально привезти, то лучше брать свой. Ты должен позаботиться о том, что будет стоять на сцене. Если ты не заботишься, тогда все. Ну, либо принимай как есть, либо тащи свое. Сам делаешь. Да, либо сам делай. Я думаю, что это, наверное, самый такой вот принцип, по которому можно выжить в этих условиях. Конечно, важную роль играет помещение, аппарат. Но если бы каждая группа так думала про свой предыдущий концерт, как белорусские музыканты некоторые думают, вот, тогда бы у них у всех была уже, наверное, давно депрессия, там, и они бы там уже убили себя. Хочешь отзвучивать хорошо концерт, давай я научу тебя как, этого никто не скажет. Так или иначе, мы все учимся на каких-то пробах, ошибках, на кошках, на друзьях. В плане возможностей есть все. Аппарат везде можно достать. Все, что хочешь. Там звук, свет, пиротехника, имею в виду, там дым какой-то. В принципе, реально, да, реально. Если ты хочешь, то реально. Просто все тоже грешат на клубы, там, место. Да есть где играть, потому что тут делать ничего не хочет, или денег жалко. Все. Ну, понимаешь, не клуб делает группу. С какой-то точки зрения они неплохие. Но с какой-то точки зрения, конечно, там можно достичь результата, сделать шоу. На мой взгляд, проблема, во-первых, в том, что их мало. И за счет того, что их мало, и им нет стимулов развиваться. Существует такой подход, как... я не хочу никого обвинять, я не называю названий, но я думаю, многие со мной согласятся. Существует такой подход, как ЧОС. Мне кажется, это, от этого страдает, собственно, атмосфера этих заведений. Спросим людей, там, фанатов, какие вы знаете культовые клубы в мире, то они назовут эти клубы не просто потому, что там регулярно проходят крутые концерты, а просто потому, что там в этом клубе, скажем, зародилась такая-то сцена, там, хардкор или там... Грайндкор, неважно. Вот. И поэтому эти клубы, вот они такие известные, культовые. Этого сегмента у нас, ну, практически нет. Теперь немного истории о
тех самых клубах. Мы находимся возле достаточно знакового здания. Здесь, на третьем этаже, происходила смена тех самых заведений. Из последних здесь засветился рокер-бар, который не так давно закрыли. Он, в свою очередь, перенял эстафету у сгоревшего Йолика. Однако в более давние времена, в 2000-х, здесь находился клуб «Арена», который провел то ли сезон, то ли два сезона андеграундных концертов. Однако до того, как в этом клубе стала звучать андеграундная музыка, он был клубом для посетителей нетрадиционной сексуальной ориентации. И вот спустя лет 10 после закрытия «Арены» клуб «Пираты», также раньше бывший гей-клубом, здесь до сих пор нету вывески, дабы не афишировать характер всего заведения, вдруг меняет формат и начинает проводить на своей территории андеграунд-концерты. То есть можно заявить, что брутальные металлюги Беларуси вытесняют таких небрутальных мужчинок. Прежде чем знакомиться с мнением музыкантов о качестве публики, я все-таки предлагаю услышать мнение и этой самой публики. И что интересно, если бы мы пришли сюда, в этот сквер, лет 5-7-10 назад, до повального добровольного плена в соцсетях людей, то с дефицитом электората мы бы не столкнулись. Ибо здесь, на так называемом «Феликсе», в свое время собирались неферы всех мастей. Но в сегодняшние дни здесь либо достаточно пусто, либо отдыхают люди неактуального нам музыкоисповедания. Поэтому своих нужных мы пойдем искать по всем улицам города Минска, искать и узнавать, слушают ли они местный андеграунд и посещают ли они концерты локальных групп. Да, я стараюсь слушать местный андеграунд, потому что я думаю, в этом есть какая-то романтика, что ли, я не знаю. Я хожу с удовольствием на наши концерты, потому что мне нравится народ, который туда ходит, и потому что мне нравится музыка, которую люди играют. И я думаю, что стоит выделить нынешнее направление постпанка, которое в Беларуси развивается, и я с удовольствием посещаю наши постпанк-концерты. Местные? На самом деле редко, крайне редко. Ну, я даже не знаю хороших наших групп. То есть у меня есть пару друзей, я хожу к ним на концерты, но не больше. Слушаем, но зачастую попадаем на концерты случайно, либо запланировано редко бывает. Нет, не слушаю, потому что не знаю его. Я была на паре концертов именно наших, здесь недалеко клуб «Полтай», тоже неплохо. Но на самом деле вот именно выдающихся музыкантов я у нас не видела. Да, конечно, слушаю с удовольствием. Я знаю много местных панк-рок-банд. С удовольствием слушаю, посещаю концерты постоянно. Вот. Продолжаю тусить, кусить. Я очень уважаю публику и всегда, какая бы она ни была. Мне нравится наша аудитория. Это хорошие ребята, они веселые. С ними весело. Вот. Привет им всем. Чем больше людей говорят о том, что твое творчество помогает им работать, жить, любить и так далее, испытывать какие-то эмоции, тем больше у тебя вырастает крылья, и ты ради этого, собственно, и творишь, а не ради там денег каких-то. Без поддержки фанатов никакой музыкант не будет существовать абсолютно. 100%. Поэтому это важная часть на самом деле. Потому что когда ты делаешь концерт, даже если ты просто не сам его организуешь, а приезжаешь на какой-то концерт, где играет несколько групп, на это тратится в любом случае силы, там время, энергия какая-то. И приезжая, видя там 15 человек, понятно, что немножко вся эта мотивация падает. Крыўдна, коли, нават, коли под мой гурт стоит человек, не ведаю колькі, возьмем 20, а под інші гурт стоит человек 5. Ці наадварот. Я с разной публикой имею дело, как бы,
в двух, так сказать, андеграундных коллективах играю. Есть у меня и металлический, и панк-хардкор коллектив. И совершенно разная публика. Думаю, что для панка просто намного более важен живой драйв. То есть там вопрос тусовки намного более важен, чем там для металлистов. Да, мало ходят. Если приходит много, естественно, всем приятно. Если приходит мало, тоже всем приятно. Ну, я не знаю, я уже как бы настроился давно, что все в порядке. Будем мыслить позитивно. Сейчас уже народ стал все-таки виртуальным посетителем концертов. Лысый Найф из Густава, мне очень понравилось, писал. Фраза звучала примерно так, что раньше мы общались на концертах, а сейчас каждый чатится и там пи. Отчасти вина это вообще человека по имени Павел Дуров, который придумал контакты и прочую хрень, в которой сидит молодежь, которая попросту лень оторвать свою жопу от стула, прийти послушать живую музыку, которую, как говорится, легче залечь на YouTube, посмотреть, обосрать, что ты там сыграл криво соляк в этом тому подобном плане. Ставить лайки или не ставить лайки и смотреть видос уже с прошедшего концерта и критиковать. Все. Тусовки уже как таковой нет. Я думаю, когда-нибудь настанет момент, будет модно опять, типа, офлайн там. Все, сейчас уже такая тема пошла там. И люди опять будут такие: я на улице сегодня был, я в футбол поиграл. Ну ты чувак. Раньше сцены были локальные. И локальная сцена бурлила. Вот, то есть, естественно, там группы могли выступать, они могли выступать каждую неделю для одной и той же публики. Эта публика ходила, потому что, собственно, альтернативы другой не было. Практически. У людей пропадает интерес к тяжелой музыке, и это немного не радует. Привозы звезд немножко избаловали местную аудиторию. У многих какая позиция? А, это наши ребята, я не буду платить деньги за концерт, да? Ну, что там? Ну, это ж свое. Это мы завжди поспеем на это сходить. Раз, два, все-таки гурты не подходят с такой отказностью до подачи своего материала. Это так само вельми важно. Потому что те гурты, которые собирают в той же Европе и в других странах света стадионы, и они настолько задроты в плане музычном. Значит, надо как-то над собой еще больше работать, над своим материалом, группой, тем, что ты хочешь, в общем-то, показать, чтобы привлекать людей. Если у вас есть что-то интересное, вы всегда найдете то или иное количество людей, которая вам ответит взаимностью, вниманием в частности. Это проблема организатора в первую чергу, как все-таки собирать гурты в отповедных стилях и все-таки отповедных узровню. У нас даже ни одного нормального фестиваля нет. Ни одного вообще. Ни одного. Ну, например. Например, Metal Crowd – фестиваль экстремальной музыки, проводимый с 2004 года в городе Речица Гомельской области. В прошлом году, в 2013, произошел значительный сдвиг, и фестиваль из душного спортзала выбрался таки в полноценный open-air формат. Однако более чем скромное посещение фестиваля никуда не исчезло, эта проблема имеет место быть. Как комментируют орги фестиваля такое положение дел? Но все ждут, не знаю, Cannibal Corpse, Metallica, Slayer, там неизвестно что ждут. Но, понимаете, сложно привести эти группы, надо поддерживать то, что есть. В первую очередь надо поддерживать свои группы. То есть мы стараемся, помимо групп каких-то зарубежных, там, интересных, привозить, приглашать и прочее, то есть группы, которые вот у нас рядышком. Наша публика жидкая. Лень, матушка. Лучше на диване посидеть и порассуждать. Вот у нас все очень плохо, у нас запрещают все, у нас движухи вообще никакой нету. Есть же она, есть хоть какая-то, но есть. Это ж хорошо. И еще немного слов о посещаемости местных концертов. Все-таки существует в белорусском андеграунде такой стиль, который с момента своего появления и до сей поры собирает достаточно большое количество людей. Это музыка, связанная с любым проявлением фолька. В чем же его уникальность, позволяющая собирать немалое количество людей? Фолковые команды к нам, ну, в общем-то, не приедут. Может быть, бывает, но не очень часто. Поэтому на фолк-сцену приходят преимущественно именно на нашу. Потому что, как бы, фольк — это
концертный, тем более фольк, это же веселуха, угар, трэш, это там народ-то придет побухать, послэмиться там. У нас, ну, народ за этим ходит туда, потому что там весело. Музыка, ну, и сродневечная, и фольковая, ну, сродневечная, и фольковая, и они так само мают попыт, и тому на эти концерты приходят абсолютно разные люди, у тем лику с рыцарского движа, с движа, які связаны с отражением фолька в городском осяроде. С одной стороны, это фолк-концерт, а с другой стороны, там есть как бы чистый фолк, есть какие-то, допустим, рок-фолковые группы, есть утяжеленные команды. В результате, допустим, 300 человек идет на тяжелый металл вместе с фолком, 300 человек идет на фолк полегче, и еще 300 идет, допустим, на какие-то рок-дела, а еще 200 идут просто как бы на все. Приятно, что все-таки люди идут на что-то такое, что связано с родной культурой, то есть, и поэтому, да, действительно, солянка из лимбискита подобных групп навряд ли соберет столько людей, сколько фолк-концерт. Зараз такая ситуация с сапраўднай народной культурой, что такие инструменты, которые выкарыстоўваюцца в наших андеграундных гуртах, их просто уже нельга пачуць у натуральных умовах існавання. Фолк белорусский, он по сути вот один такой. Есть много, много других стран со своим фольклором. Ну вот с ними можно было бы тягаться, но... Сейчас пафосно прозвучит, но сила в каком-то вот в этом фолк-единстве, которое на данный момент вот выработалось у нас в стране. Поднимая тему публики андеграунда, стоит затронуть еще один вопрос, связанный с так называемым человеческим фактором, а именно, существует ли в наши дни братство всего подземного мира, основанное на взаимопомощи, альтруизме, поддержке, либо андеграунд представляет собой разрозненные составляющие. Обитатели подземки – это чужие друг другу элементы или маленькая, но гордая и мощная гора, основанная на симбиозе? Лет 5-10 назад, то можно было вот это вот какое-то явление наблюдать, что вот как-то музыканты, они были, наверное, более сплоченнее и делились опытом, вот как-то, то есть что-то такое было. Это было то, чего как бы никогда, наверное, больше не будет. Когда ты приходишь на концерт. Там все как-то скидываются, там какой-то аппарат, если надо что-то, кого-то перевести, помочь. Ты приходишь, вот так вот получилось всеми здоровье, потому что ты знаешь всех. Оно действительно было. Сейчас мне кажется, что как-то немножко больше все всех воспринимают как конкурентов. Люди все больше хотят заниматься коммерцией. И даже самые андеграундные жанры все больше коммерциализируются. Это очень грустно, потому что раньше действительно на энтузиазме люди делали великие вещи. Нет. Я в братстве вообще металлистов разочаровался в 2002 году. Я расстроен, серьезно, расстроен. Дико расстроен. Я был в позапрошлом году в Германии, и когда я увидел то, что, с чего я начинал, толпы людей ходят в этой одежде, то есть реально металлисты, которых здесь сейчас в Минске вот нету, просто не существует. А там это все есть, все года, целые банды, целые братства, действительно это круто. Блин, я как дома, и мне очень жаль, что здесь это закончилось. Ну нету этого здесь. Там, где есть братство, там есть и вражда, на самом деле. Всегда найдутся те люди, кто завидует, всегда найдутся те люди, которые считают, что ты сделал что-то плохо. Это слово такое, на самом деле, сильное очень. Всегда есть поддержка каких-то людей, но вот чтобы просто это все было такое единое, вот в разных стилях, наверное, нет. Как-то вот сейчас я не ощущаю этого. Вместе с тем, я не скажу, что вообще нет этого. Конечно, есть люди, и эти люди, как правило, локомотивы всего вообще, всей движухи. Они есть, они делают влетные концерты, они возят группы, они там издают группы за свой счет, все влетают. Молодцы ребята, пока они есть, наша движуха жива, мы движемся. Но, в общем, тенденции неутешительные. Остались очень крепкие такие связи, и их очень много на самом деле. Я думал, будет меньше. Вот 10 лет назад я думал, будет меньше. Это остались связи, которые, это люди, которые могут тебе помочь. Как таковое братство очень сложно
этого добиться. На самом деле нужно понимание для этого. Понимание того, что на самом деле все мы здесь плывем в одной лодке. И если у кого-то что-то получится, за это надо только радоваться. Благодаря тому, что он чего-то добился, на всех остальных смотрят с интересом. На самом деле, действительно, надо всех поддерживать. Если человек хочет помощи, посильную какую-то помощь оказывать, господи, это надо даже предлагать. Вы же музыканты, надо же общаться, то есть друг с другом. Друг другу все помогать. Хотелось бы, чтобы не беды нас сближали, а и праздники. Хорошее настроение людей сближало. Наверное, наш менталитет. Да. Грустно немножко. Славянский. Что сплочение происходит, когда что-то такое не совсем радостное происходит. Все рождается из океана мыслей. Поэтому, вот, наверное, все-таки существует, давайте в это верить. Вот это вот, правда? Вот это вот мыслительное... духовное андеграундное братство. Все соберемся вот в этой вот андеграундной Африке, сплотимся и будем валить своим творчеством. Пресса — это полезно. Журналисты молодцы, они ходят, пропагандируют нашу музыку. Иногда за это даже ничего не берут. Есть какие-то журналы вообще? Ну, был. Если вспоминать вообще бородатые времена, там... Черная Калинь, страница в М-газете, да. Опять М-газете, же. Легион, М-журнал. Журнал. Вот тогда, да, вот про те времена я бы мог говорить про журналистику. Вроде они и есть, а вроде их и нет. То есть, но с другой стороны, можно, конечно, выделить такие издания, как «Хит-киллер», которые вот у меня сразу в голову приходят. Любая информационная поддержка, ну, конечно, позитивная, хорошая, это, ну... нужно, в любом случае. Я никогда от этого бы не отказался. И ничего против журналистов я не имею. Пока они как бы адекватно относятся, ну, к человеку, там, к музыканту, коллективу. Дело не в профессии, а дело все-таки в людях. Хотя профессия журналиста в большей степени предполагает у слабых по этому пункту людей задирание носа. Мне кажется, что... в той же самой журналистике достаточно мало людей, которые делают это ради самого дела. Да, меньше фамильярности, как бы больше вот такой вот креатива. База и должна же быть. То есть там кто такой там Элис Купер там, или Ангус Янг, многие же даже не знают, вот, например, и все. Тогда журналистика начинает страдать. Я думаю, что им нужно вот не глубоко нырять, скажем так, вот все эти заморочки со стилями и прочее, они... в принципе, должны со стороны более-менее адекватно видеть метал-движуху, ситуацию. И, в принципе, наверное, поэтому и происходит потом встреча журналист-музыкант, когда журналист, он, видя ситуацию немножко так сдалека, приближается и берет интервью у музыканта. Журналист, да. И музыкант – это вот они такой посыл, да, и они должны вот взаимодействовать. И если это даже человек из какого-то небольшого издания, и он только делает свои первые шаги, моя задача ему помочь в этом. Но вместе с тем, если это человек из серьезного издания, ну, бегать за ним то тоже, наверное, не нужно, да? Underground предполагает некий уровень самоуважения, поскольку все-таки вещи мы делаем некоммерческие. Интерес есть обоюдный всегда, потому что для группы любой какая-то заметка там в журнале, не в журнале, в смысле в интернет-журнале, конечно, где-то там видео какое-то, все что угодно, это всегда плюс. То есть, когда ты еще, в общем-то, не представляешь из себя ни какой там личности, группа там неизвестная особо, я не вижу смысла быть закрытыми и там ждать, пока тебя кто-то найдет и спросит. Наоборот, вот, например, каждое событие, когда происходит, в твоих интересах написать какому-нибудь журналисту, сказать, вот у нас выходит альбом, напишите-ка об этом статью. Им интересно, потому что, в общем-то, для них это материал. И тебе интересно, потому что, ну, где-то тебе увидят, услышат. Обязательно нужно хвататься за каждую... как это называется? Веточку. Последней надежды. Можно и обманывать журналистов, там всякие истории придумать, которых не существует, и вроде как ты и открытый, а в то же время не рассказываешь о себе чего-то такого, что может оказаться тайной. Поэтому здесь нужно совмещать сталкинг. Чисто по кастанеде надо с журналистами. Как и большинству наших собеседников, мне посчастливилось застать эпоху твердых, бумажных музыкальных изданий, местных музыкальных изданий. Но, увы, эти времена либо затаились, либо ушли безвозвратно. Однако на смену им пришла альтернативная виртуальная версия прессы, выраженная в лице различных музыкальных порталов. Естественно, создатели таких информационных источников – люди не немые, не слепые и тем более не глупые. И им тоже есть что сказать по поводу
шансов наших локальных групп получить более широкую известность, но и также по поводу качества публики. Универсальных методов, конечно, нет. Но для начала нашей команде надо родиться где-то не здесь. Надо быть очень упрямым, иметь очень крепкую голову и биться ей постоянно во все стены, какие только можно найти. Ты просунешься со своей творчестью, коли ты ею хвореешься, правда. Ты повинен собрать такий коллектив музыков, которые будут на одной хвале с тобой. Еще очень важно все-таки выступать. То есть не то, что ты там записал песню, выложил ВКонтактик и считаешь, что все должны ее слушать. Все-таки команда должна играть и представлять собой на сцене что-то, действительно что-то. То есть знать, куда девать руки, головы, ноги. Менавіта зараз громадство находится в таком стане, коли их треба здивлять. Освоить медиа-рынок, социальные медиа, то есть сети, соцсети, контакты, бендкемпы, абсолютно в этом ориентироваться и уметь привлекать аудиторию, то есть получать все эти там бесконечные лайки, заводить друзей. То есть кажется, что это фигня, но на самом деле сейчас без этого невозможно. Фишка в том, как бы собирать аудиторию. Аудиторию, она может быть малой, але эффективной. Ты можешь ориентоваться на лейбл, на некий, скажем, заходний. Для этого ты сапраўды якостный продукт повинны робить. Только тогда они возьмутся за тебя. Лейблы, дистрибьюторы, какие-то кто-то там что-то, ну, я бы это вообще не стала думать. Ну, разве что у вас много денег, то есть вы можете купить себе там место на каком-нибудь мажорном лейбле, платить самим за выступление. По-моему, вот самая большая ошибка, которую наши команды делают сейчас, они ждут, что люди к ним придут. Если они классные, делают классную музыку, выпустили классный диск, нарисовали классную обложку, то люди к ним придут, и все их будут слушать. На самом деле это не так. Если они сами вот не проявят этого настойчивости, там, посвятят там час, два часа, три часа в день своей команде тем, чтобы ее куда-то там продвинуть, потом все о них забудут. То есть это работа постоянная. Ну, и, конечно, не каждый этот путь осилит, но если кто-то осилит, тот, мне кажется, сможет это сделать. Ну, у нас есть какие-то там пока еще небольшие такие примеры успешных команд, которым абсолютно не плевать на свой имидж, которые там делают сайты, клипы, все это продвигают. И они уже чего-то потихоньку достигают. Ну, это надо делать не год, не два, не пять. То есть, если человек серьезно намерен, то рассчитывает там чуть ли не на десятилетие вперед. Ты можешь быть лайном, але добра распіареным лайном, і гэта сыграе зваротны эфект. Гэта просто ты будзеш натакушваць людзям, і ніхто цябе слухаць не будзе. Просто будзе такая, мабыць, скандальная папулярнасць. А можаш быць добрым гуртом. Я ўсё зводжу да таго тэзісу, калі твая музыка сапраўды шчырая, то тады людзі гэта бачаць. Тут не только про змертвілость некую гутарка повинна ісці, тут зножа про певную ступень развіцця грамадства. У нас не настолько развитая сцена была для того, каб выкрэсліваць менавіта жыццёвыя адносіны, калі люди між собой меняются дысками, касетами, такими всякими приладами. Калі яны живуть, калі яны тет-а-тет бачацца, калі яны тусяць у жыцці менавіта. Зараз яны сядзяць у інтэрнэце, таму што гэта прасцей за ўсё, ды ўвогуле ў інтэрнэце ты маеш там свой профіль, ты ўжо гэта не ты, а твая анкета, скажам, у ВКонтакте. Мы можам размяжоўваць менскія канцэрты, ды канцэрты на перыферыі. Там сапраўды шчырая, ды халодная на добрую музыку публіка, якая ідзе на канцэрты як на свята. У Менску людзі, напэўна, перараслі гэта. Канцэртаў вельмі шмат, ды да нас шмат заязджаюць буйных гуртоў. Накіраванасць арганізатараў і водгук публікі. Гэты рэспонс, ён неяк разладжаны больш. Але пакуль ёсць музыкі, пакуль ёсць іхныя слухачы, ўсё гэта жыве, ўсё гэта ёсць плынью,
системой. Поколь есть те, кто губляє свой час, свои сродки на то, как подтримливать этот рух. Тоді гэта і будзе беларуская музычная сцэна, пакуль ёсць такія апантанныя ідэямі людзі. Ты можаш быць творцам, ты можаш быць фанатам, але тым не меней ты ёсць часткай гэтай агульнай всей культуры. Я не назову это ухудшается, улучшается, оно меняется. Не верю в то, что вот все как-то так возьмет и заглохнет. Нет, на самом деле нет. И движуха сейчас, на самом деле, может быть, даже в каких-то областях больше, чем она, ну, то есть активнее, чем она была там, не знаю, 5-10 лет назад. Ну, не обязательно так, как было, но что-то будет иначе. Для меня заниматься музыкой было просто какой-то непреодолимой потребностью. Хотелось не только впитывать какие-то мысли, но и их излагать. А я пришла неосознанно, то есть я пришла с самого детства, и по сути я всю свою жизнь раскрываю музыку. Я туда нырнула, а теперь только я начинаю понимать, где мы. Началось все с такого необоснованного желания просто играть. Чувство, когда вот ты с чем-то соприкасаешься, и оно вот только-только тебя захватило, и ты еще в этом вот полный ноль, и тебе кажется, вот такие вот огромные просторы, и всему этому хочется научиться, да? Ну, пруха есть. Плевать на деньги, плевать там на все вообще. Сыграл там два аккорда, сыграл два аккорда металлики, уже прет. Вау, как круто! Тогда, у меня тогда вообще первые мысли появились. Ввиду возраста эмоции брызжут настолько. И на сцену очень хотелось. То есть вот бывает идешь по улице и представляешь вот где-то там, как ты сейчас там блистаешь просто на сцене, то есть вот там и хайером трясешь. Хотелось еще и там выходить, чтобы там вот так вот конца не края не было. Ну, конечно, хотелось сразу из грязи в князь. Были детские цели под названием там получить славу. А вот если все так будет идти хорошо, то скоро я стану звездой. Ну, естественно, ближе к концу школьного возраста эти все мечты развеялись. Наверное, первая мысль – подражать группам, которые я слушал на тот момент. А, что-то там, джжж, нормально, круто, пацаны потрясут патлами. А зараз мозгов поднабрали. И зараз подается, что уже просто жжж, ну, это уже не прокатит. Ну, как у детей, ну, как у людей, которым по 17 лет. Это все бурно, спонтанно и так. А сейчас как-то все более, не то что по-взрослому даже, обдуманно, размеренно, то есть как-то соизмеряешь свои возможности, амбиции, реалии, да, то есть, скажем так, ну, повзрослели, да, успокоились. Так мы играем, заняли свою нишу определенную, как минимум в белорусской, на белорусской эстраде, вот, как бы, даже попсари знают, кто такие Posthumous Blasphemer, то есть все. Если ты начинаешь говорить, то уже просто так вот взять и заткнуться, это достаточно сложно. Ты должен продолжать. Потому что в противном случае, для чего все это было сделано? Для чего было убито это время? Для чего были убиты все эти силы, нервы, если ты в какой-то момент сказал там, все, господа, извините, я устал, я ухожу. Я поняла, что если ты что-то на самом деле делаешь душой и вкладываешь в это, в общем-то, все свои силы, то результат в любом случае будет. А вот та искра, она не затухла, и вот лично меня это очень сильно радует. То есть вот я очень рад, что сохранил это в себе и продолжаю этим заниматься. Я больше стал скептичен и больше философичен. Чем глубже ты проникаешь в музыку, тем глубже она в тебя проникает, тем это все более субъективным становится. Мы тоже самое не стремимся куда-то там взлететь выше небес. У нас в планах, в принципе, найти адекватный лейбл, который будет выпускать музыку и доносить ее до тех людей, которые ценят такую музыку, ни больше, ни меньше. Конечно, хочется уже
чего-то большего все-таки. Пришел к такому выводу, что абсолютно не важно, какой это будет стиль, какая это будет музыка. То есть мне надо играть так, чтобы было приятно самому и чтобы это в итоге нравилось людям. Я просто и тогда хотел получать просто удовольствие от процесса, и сейчас точно так же. В принципе, та же цель и осталась, по большому счету. А уже, ну там, стать известным, как говорится, это воевать мир там и все такое, ну это уже вторично. Ну как бы, если ты не получаешь от этого удовольствия, то зачем этим вообще заниматься? Я просто думал раньше, что вот людей нашел и все, то есть это вот костяк, это одно и то же, а оказывается, что нет. Изменение состава — это круто, это очень круто, это омолаживает группу. Поэтому это... мы не меняем состав. Позволяет избежать застоя. Застой — это плохо. Иногда надо, чтобы в болоте вырос красивый цветок лотос. Потеря там человека может затормозить развитие группы, а в то же время потеря человека, который тормозил весь процесс в этой группе, она, соответственно, как бы пойдет на пользу. Это зависит от причин. Коллектив очень важен в любом деле. В бизнесе, в работе, даже в семье и тем более в группе. Главное, чтобы у людей была общая цель, общие подходы, они эти подходы разделяли, тогда все будет хорошо. На самом деле всегда новые люди в коллективе, это новые идеи, это само собой хорошо. Свежая кровь. Не знаю, насколько это правомерно, но скорее свежий опыт, мне кажется. Опыт общения с другими людьми, не такими, как ты. Который тебе позволяет, ну, в России и узнать что-то новое, понимать что-то новое. Два вида команд и два вида вариантов исхода событий. Если профессиональные музыканты меняют друг друга, ничего страшного не произойдет. Готовые партии взял, сыграл, концерты отыграл, свободен. Позвали, пришел в студию, записал опять готовые партии, все, свободен. Если же это группа, где каждый персонаж как икона, то проблематично. Если фанаты любят каждого участника, то когда он меняется, естественно, это, ну, сказывается не очень хорошо. Естественно, каждый новый приходящий участник в таком составе будет приносить что-то новое. Но при этом будет, естественно, какое-то торможение, пока еще все это дело, пока люди переработаются. Лучше сразу конкретно брать людей, которые уже опытные. Находить человека, конечно, с нуля, зная, что ты сразу полгода там или год у тебя уйдет, чтобы его уровень достиг нужного, ну, я думаю, смысла в этом вообще нет. Это очень идет такая яма для группы. Бывает так, что, конечно, человек уходит из группы, и все разваливается постепенно. Ну, значит, как бы так тому и быть. Ты же не будешь насильно держать человека в том коллективе, где ему уже неинтересно, или по каким-то причинам он решает там не быть. Смена состава – это вполне нормально. Грубо говоря, в группах никто в католическом костеле не женится, и потом после... Да, Лический костел. Да, и потом после этого там просить у Папы Римского разрешения на развод не нужно. Приходячи, уходячи, незаменимых нема. Мне кажется, что слава – это зачастую дело случая вообще. И далеко не всегда это подчиняется каким-то объективным законам. Так что рецепта готового, мне кажется, не существует. Так как это фортуна, так лотерея. Кому-то фортанет, найдет свою публику, аудиторию, может попрет. Кому-то нет. Многие вот гробили жизнь на эти иллюзии о том, что можно добиться, можно пробиться. Нужно только много-много работать. И, ну, в конце концов, просто было эмоциональное выгорание у ребят. Просто получается, что когда ты чего-то очень сильно желаешь, прямо жаждешь, создается напряжение, которое, в общем-то, никому не нужно. И вот эта любая мелочь тебя может пошатнуть, и в итоге там планы рушатся, мечты, все плохо, пойду-ка я там заведу семью и уеду там на дачу, буду город. Шансов белорусской музыки пробиться в Европу, я считаю, вообще никаких нету. Во-первых, это... конкуренция там уже глобальная в Европе. На сегодняшний день очень много предложения. То есть музыки очень много. Вот туда как-то пробиться, это нужно сделать какой-то, мне кажется, уникальный материал, который в свое время сделал Густавр. Нет каналов вообще, в принципе, взаимодействия между Восточной Европой и крупнейшими музыкальными рынками. Во-первых, главное правило бизнеса в Беларуси – это то, что в Беларуси денег нет. Мощность есть и деньги есть. Все равно организация на таком нуле. В Восточной Европе, в принципе, в странах бывшего Советского Союза не развита культура платить за диски. У нас очень плохо с клубами, не развита сеть клубов. Если в Германии в каждой деревушке буквально есть кабак, где можно завалиться и играть 7 дней в неделю, то у нас таких мест буквально несколько в стране. Так само и материал часом гуртов
не отповідає їх узровню задёртого носа. Очень много музыкантов, как вот в плане денег, музыка денег, ловят какую-то пафос и звезду. Очень много высокомерных. Просто мало, я не знаю, правдивости музыки, что ли. Я люблю оригинальность, понимаешь? Я вот всегда даже, мне всегда было понять, плачу я деньги, не плачу, я прихожу увидеть группу. Шоу увидеть. То есть, ну, какое-то, знаешь, действительно магию, должна быть какая-то мистика на сцене происходить. Приходишь, я не знаю, вот что-то не хватает. Black Metal играет, ну, играет вот и Black Metal. Ну, как-то смотреть, потому что не на что смотреть, понимаешь? Чем музыка более необычная, что ли, не знаю, тем сложнее пробиться. Проблема в том, что ожидания людей, они проецируются на какой-то образ, который совершенно не соответствует действительности, совершенно не соответствует реальной жизни. Не стоит раскатывать губу на то, что там можно в райдере писать розовую туалетную бумагу и среднегазированную воду Эвиан. Музыка-то родилась не в Беларуси, та, которую мы любим. Поэтому я не думаю, что там уже прям так с распростертыми руками будут ожидать наши группы. Для нас еще актуальны визовые вопросы. То есть проблем на самом деле очень много. Но вместе с тем это не значит, что это невозможно, это делать не нужно. Это уже вопрос не дислокации, это вопрос менталитета. То есть пытаться найти кого-то виноватого, что вот на самом деле я такой лузер и лох, потому что вот мы живем в этой стране, ну извините меня, это просто на самом деле человек не только чмо, но еще и такое чмо, что даже боится признаться в том, что это он чмо, а не его окружение. Нельзя ставить крест ни на чем, то есть нужно верить в лучшее, в том числе и в будущего нашего андеграунда за рубежом. Любая какая-то андеграундная ячейка, она тоже в своем потенциале, она хочет расширяться. То есть она не будет сидеть постоянно в подвале, она не будет всегда в болоте, она вот хочет туда. Шансы есть, они всегда должны быть. Пациент всегда жив. Конечно, есть шансы в любом случае. Шансы есть всегда. Всегда есть, да. Самое главное — работать, трудиться и верить. И все будет замечательно. Да. Я думаю, что у нас еще появится на сцене какой-нибудь наш бегемот. Выползти, пробиться, они подразумевают в первую очередь подход к своему творчеству как к шоу-бизнесу. Какой бы ниши он ни был, пусть даже в экстремальной. Самое главное – это умение себе распиарить. Если ты не можешь сделать ничего хорошего, какая разница, как ты это будешь потом пиарить? Кому это ты будешь предлагать, если это будет совершенно искусственный продукт? Ну, нужно музыкой заниматься и своим проектом, потому что сама – да. Вот очень важно, мне кажется, четко для себя это понимать, что зачем ты это делаешь, для чего и что будет. Стараться делать для себя, то есть вовлечься полностью в процесс создания искусства через самокритику, через попытку самовыражения. Только еще нужно работать. Работать, развиваться, следить за новинками технологического мира, опять же, следить за техникой, играть побольше. Как только свободная минута, сразу играть, иначе теряется как бы уровень.
Потому что иногда вот прет вот настолько, а руки могут вот настолько. Не бояться экспериментировать, пробовать что-то новое. Смотреть то, что делают другие люди, может быть, как-то положительные какие-то тенденции перенимать. Потому что, в общем-то, сейчас много групп известных, в общем-то, есть с кого брать пример. Ну, в то же время не подражать никому, не копировать ничего. Это какая-то действительно должна быть свобода, не зашаблонированность. Потому что в чем проблема? Что группы, они начинают кого-то копировать. К сожалению, вот этот бич, он нам присущ, нам, в смысле, белорусской сцене, потому что мы вечно на кого-то смотрим. Нужно знать свои корни, нужно как бы не забывать свою культуру и, соответственно, как бы продвигать, может быть, не столько себя, не столько там, сколько в целом какое-то вот явление, то есть свою народность, свою культуру. Отдавайся этому всецело, работай, и все будет. Важным моментом является не просто умение произвести музыку, произвести качественную музыку, а найти канал доставки этой музыки конечному потребителю. Связи всегда важны. Очень, мне кажется, хорошо для начинающей группы найти какие-нибудь связи. Попасть под покровительство какого-то промо-агентства или лейбла, чтобы под его патронажем уже гораздо проще решать эти вопросы. Чем уже стиль, тем уже жанр, тем понятнее лейблам, как работать с этой аудиторией. С другой стороны, группы, которые стараются экспериментировать, находить что-то новое, стараются смешивать какие-то жанры, потенциально их аудитория будет гораздо выше. Не бояться писать людям, каким-то организаторам, вообще незнакомым, потому что в худшем случае они тебе не ответят или скажут нет. Коллективы, вот, которые в разных городах тусуются, у себя играют, чтобы они не ленились и тоже делали у себя какие-то концерты. Потому что все ждут каких-то мифических организаторов. Вот надо, наверное, самим немножко заморочиться и побывать в этой шкуре тоже. Очень полезно, опыт, поддерживать. Не так-то это и сложно. Выступать с известными группами где-то на разогревах всегда очень полезно, потому что очень получается, что большое количество людей видят себя, те, которые, в общем-то, в других ситуациях, может быть, не пришли на твой концерт. Группа должна выступать раз в год в Минске, местная. Остальное она должна кататься. В путешествии можно даже в туре там сочинить что-то. То есть что-то зацепиться, увидеть где-то и привезти это домой совершенно в другой оболочке. И народ это сразу же, ну, подхватит, поддержит и увидит, что действительно это что-то не местное, скажем так, не белорусское, к примеру, а действительно уже европейское, скажем так. Однообразие, допустим, будет надоедать слушателю. Поэтому нужно все время что-то новое писать. Нужно идти по ступенькам, одна за одной. Потому что если ты смотришь высоко, туда добраться сложно. А когда ты начинаешь что-то делать, не думая о том, что это сложно и это там невыполнимо, то получается, что все вполне так достижимо. Хочешь, чтобы что-то было работой? Ну, то есть, вот никто ж не сделает, пока сам не сделаешь. Поэтому надо прорывать эти стены, разбивать их и показывать, что мы все. В чем проблемы наших вот людей толерантных, да, вот нас всех взятых? Вот мы сидим вот так вот, эти соперки жуем, все, пора их уже выплюнуть, идти дальше, пускай они на нас смотрят. Добравшись до финала нашего проекта, предлагаю вспомнить о начале белорусского андеграунда, пообщавшись с теми, кто в той либо иной мере стоял у истоков белорусской подземки, но сейчас уже отошел от дел. Как они оценивают шансы на успех тогда и сейчас? И почему все-таки покинули андеграунд-сцену?
заявить о себе, ну что значит в то время было заявить? Все это было бедно, все это было бюджетно. Ну, мы скорее вкладывали, чем зарабатывали. Ну как-то старались друг другу помогать. Но в начале 90-х, в середине 90-х, и даже в начале 2000-х, ну, скажем так, в белорусской музыкальной тусовке не было сильного деления. Могли играть на одной сцене и, скажем так, блюзмены, и металлисты, и панки. И это радовало само по себе. О деньгах и о какой-то, что называется, раскрутке тогда не разговаривали. Звукорежиссеры, светооператоры работали фактически на энтузиазме. То есть денег как таковых это, ну, не приносило. А вот раскрутки об издании, скажем так, кассет, я тогда вообще и мало чего слышал. Был определенный класс людей, который рассылал эти кассеты, там, флаера, там, что-то такое. Ну, мне не казалось это серьезным. На тот момент существовала музыкальная газета, музыкальный журнал. Вот. И все, грубо говоря, все группы, которые были тогда, до или после, все зависели от мнения, то есть людей, которые там пишут. Писали хорошо, это плюс. Писали плохо, по каким-то личным, чаще всего причинам, то есть, ну, все, группа в затыке. Я не говорю, что мы там были какие-то, блин, супер-пупер, то есть, как бы, ну, жалко, что вот как-то в наше время было мало интернета. Была такая студия «Алиса», там сидел Паша, он зарабатывал на металлистах деньги, одна сторона записи стоила советскими деньгами 4500. 4500 это, ой-ё, это были деньги. Да сейчас все хорошо, все можно. Я подоставал из нета такую музыку, которую там и у Паши не было. Сейчас можно не морочиться, не вкладывать деньги, что называется, в покупку собственного аппарата. Вот. Нужно тупо заниматься делом. Возможностей много, а вот я что-то не вижу, как это, как у Высоцкого было. Говорит, настоящих буйных мало, вот и нету уже. Инструменты есть, все. А так больше ничего нет. Ни своей музыки. Если раньше как-то люди стеснялись быть до конца модными, вот, то сейчас все молодые, они все модные, у них у всех хорошие, дорогущие инструменты. Я не вижу вот в этой стране будущего в музыкальном плане. Не знаю, сколько денег нужно вложить в раскрутку. Да, в принципе, любой группы. Главное, чтобы там были талантливые пацаны и девки. Для того, чтобы вырываться отсюда куда-то туда, и как-то так, во-первых, нужно иметь абсолютно другой материальный уровень. И писать аутентичный материал, то есть то, чего, ну, вот один в один никто не делал. Тогда групп было, в принципе, не так много, как сейчас, и выживали как бы самые сильнейшие, наверное. Мы были и музыкантами, мы и организаторами концерта были, мы афиши ездили, расклеивали сами, по всем училищам, по хабзам, по всем вот так ходили, развешивали, ну, потому что мы не знали, как по-другому, и не знали, кому спросить. Мы проверяли все, одну кассету, чтобы отправить, это вообще, это ад. У нас не было тогда даже точек репетиционных, как сейчас есть. Никто ничего не организовывал, а возможности организовать никакой вообще не было. Хотя концертов в те времена было немало, так вот на полу каких-то легальных основаниях. Но мы же жили на изломе, то есть излом эпох, то есть, конечно, все поломалось, и мы на этом как бы взлетели. Мы хотели купаться в лучах славы. Выходишь на сцену, и все, вот лучи славы, все дела. Музыка в те времена и вообще все, что здесь было после развала, это то же самое, что еще все совковое, то есть собрался, пошел в магазин, накупил прищепок, грубо говоря, и уехал в Польшу, и там продал задорого. Я считаю, что сейчас у наших белорусских хотя бы даже музыкантов намного больше шансов выйти на мировой уровень, на мировой рынок. Только потому, что сейчас намного все проще. Оборудование, все, что хочешь. Контакты, самое главное, контакты. Вот, языки. Нужно знать. Самое главное – это знать язык. Интернет. Теперь есть интернет. Ну, это 3 секунды. И весь мир тебя слышит. Все проблемы всех групп, что это какой-то промежуток времени. 2-3 года, 2-4. Потом все кто-то там начинают ругаться между собой, там спиваться, кто-то еще что-то. Поэтому только вот эта вот проблема. И должен быть
центр мозговой у кого-то, кто будет заниматься вот этим всем, чтобы запись сделать, там завтра пишемся, там послезавтра надо выпускать альбом, то, где это все делать, то есть организационные эти моменты. Очень большой наш минус, как он был и плюс, что мы очень сильно репетировали. По 10 часов я сидел с гитарой и метрономом. Вот так вот, по 10 часов. Мы залобались, испытывали со временем, пройдет, не пройдет, ничего не проходит. Мы вместе все вот так вот жили где-то в одной комнате, постоянно ругались, там до драк доходило, ой, я разнимал. И вот мы распались после этого. Ну, и нормально, то есть, ну, так и надоело уже. Мне просто стало вообще мало чего интересно. Ну, как-то повзрослели все. Попытался отдельно петь, мне это не понравилось. То есть музыку сочинять без инструмента я... Потом как-то все это ни во что не вылилось. Весь вопрос, грубо говоря, денежный. Если что-то делать, нужно делать профессионально. Мне надоело играть концерты. Даже не потому, что за них мало платят. А что, 2 раза мат? Хотя и это тоже. Потому что все-таки работа на сцене, если ты ее делаешь качественно, да, это достаточно потно и достаточно утомительно. Вот. Но смысл не в этом. Я стал просто понимать, что люди, которые ходят в конце 2000-х на концерты, им пофигу, куда ходить. Люди зашли, то есть тупо попрыгать. Вот. Попрыгали и разошлись. Вот. Такого не было ни в 90-е, ни вот в начале 2000-х. Во всяком случае, был контингент народа, который стоял у сцены и втыкал. Втыкал именно в музыку. В качестве своеобразного послесловия хотелось бы поделиться мнением еще одной группы, а именно нашей съемочной четырехрукой банды. Так как вторая половина нашей банды находится за пределами объектива и упрямо не хочет выходить пред глаза зрителя, то я возьму сюда смелость отвечать за нас двоих. Не являясь экспертом в музыкальных вопросах, не собираюсь ничего советовать дельного для достижения успехов, ибо не гоже мухе учить коня пахать. Однако у меня вызывает искреннее уважение то, что делают наши белорусские музыканты, как минимум игнорируя комментарии в свой адрес людей с достаточно сомнительными музыкальными пристрастиями, однако мнящими себя специалистами в оценке умственных способностей других, и как максимум сражаясь с более глобальными проблемами. Надеюсь, что наш проект получился неплохой инструкцией. И если ты начинающий музыкант, может быть, ты найдешь тут много дельного и полезного. Если не начинающий, ты имеешь право согласиться, либо не соглашаться с мнением своих коллег. Но если ты обычный зритель-слушатель, тогда у меня к тебе есть отдельный разговор. Бывают моменты, когда я искренне желаю вернуться в своем осознанном возрасте в 80-е и 90-е, когда все было несколько, на мой взгляд, искренне. И, к примеру, человек, надевший на себя майку с изображением некой группы, на улице мог подвергнуться определенному экзамену со стороны компании незнакомых ему неформалов. Необходимо было назвать, предположим, 10 групп того же самого направления и либо не получить пенделей, либо получить пенделей в зависимости от успешности этих названий. Достаточно, возможно, жесткий кастинг, однако этот кастинг выходил все-таки, вероятно, на некое качество. Людей, может быть, было не настолько много, однако активности проявлялось больше. Теперь же, судя по комментариям в социальных сетях, у нас чуть ли не каждый третий, четвертый неформал, однако, когда попадаешь на концерт местный, то ты понимаешь, что несколько разнится количество увиденных тобою виртуальных неформалов и увиденных живых неформалов. Мальчики, девочки, где вы вообще обитаете? Ведь одно из определений андеграунда – это... Движение. Движухи. А движение по далю – это всякое перемещение, смена чем-либо, либо кем-либо места. Ты согласись, что на диване далеко не переместишься. Как по мне, так каждый человек, посетивший концерт местного музыканта, тем самым его поддержав, оставляет свой довольно значительный вклад в мир подземки, помогая локомотиву андеграунда не сойти с рельс. Господа и дамы, металлисты, ходите на концерты, поддерживайте свои отечественные группы в первую очередь, поддерживайте всю металлическую движуху, все будет отличнейше в нашей стране с этим делом.
Ну и самым-самым крайним словом нашего проекта я хочу выразить еще раз благодарность всем тем, кто согласился участвовать в нашем фильме. Их имена побегут, вероятно, вот здесь или вот здесь. А я говорю пока. Он не получка, не аванс, он выпадает только раз. Это просто то, что им нравится, это их самовыражение, это просто, ну кто может, без чего они не могут? Это никак не стимул, денег заработать. Извините меня, ну как ты можешь заработать денег, когда ты играешь музыку, которая, она никак не вяжется с обществом, с массами, она не будет никогда играть в андеграунд. Мне кажется, себе стал известным, я бы зазвездился и писал всякую шнягу, это как по мне. И гонял бы на розовом лимузине. Да, гонял бы на розовом лимузине, вообще такой сволотухой стал. Мне, короче, нельзя быть звездой. В двух шагах от груди. Я просто общаюсь с музыкантами мирового уровня, которые не зазвездились, и мне приятно брать с них пример. Ожидать от того, что кто-то лучше просто потому, что он металлист. Ну, когда же человека делало лучше то, что у него играет из наушников? Он подбирал вам... Биться нужно и туда, и туда, и туда, и туда, как птичка в зеркало. Это только тогда, что... Хочется так, чтобы музыка главная была все-таки, чтобы она преодолела все, и даже тебя, и в итоге просто растворится. Если человек там повзрослел там на 5 лет, он просто перестал слушать определенную музыку. Но ты не знаешь, что этой музыки нету, она же играла, как и играет, и вот группы как Motorhead, там Iron Maiden, они вот как были, так и есть. И это не значит, что они стали хуже, если ты их перестал слушать. Он говорит вам... Бог подаст! Хитрый шанс! Любите музыку, делайте музыку, делайте хорошую музыку. Если вы делаете нехорошую музыку, то старайтесь делать хорошую музыку. Если вы делаете нехорошую музыку, старайтесь ее никому не показывать. А если вы делаете хорошую музыку, старайтесь ее показать как можно большему количеству людей. Вот. Любите свое дело, не требуйте невозможного, постоянно идите вперед. И я считаю, что все добьются успеха. Главное – это ощущение полноты в жизни, а не должности, регалии, какие-то там деньги и так далее и тому подобное. Сказочный богатств, он говорит вам, Бог подаст, хитрый шанс.